то тоді вам її не треба реєструватися. Можете не реєструватися, тільки візьміть собі отаку, таку штучку. І тут є розклад. Дивіться, що у нас чекає, що у нас очікує сьогодні. Це в нас буде 14.30 евангелізація. І ми збираємося на евангелізацію на Майдані Незалежності. І там є такі маленькі, бачите тут такі маленькі символи, Архангел Михаїл. Але там він поки що чорний, і ми біля нього збираємося і будемо молитися, поки він стане таким, як має бути. Будемо проповідувати. Так що збираємося біля, на Майдані біля Архангела Чорного. Гаразд. І у нас буде зразу ж в цей час зустріч з пастором Крісом для лідерів. І завтра не буде сніданку з пастором Крісом для лідерів, тому що це, якщо ви знаєте наші затори в Києві, щоб доїхати до Борисполя, потрібно 2 години часу, щоб переїхати через Київ. Тому ми переносимо цю зустріч для лідерів на сьогодні. Я думаю, що десь в 3-й годині ми з євангелізації візьмемо наших лідерів. Було б добре, щоб лідери були на евангелізації. Можна ми пізніше трошки зробити, хоча б годину зробимо евангелізацію, а потім давай. Зустріч. Гаразд? Так, добре. То тоді, виходить, на 15.30 ми зустрінемося з лідерами. Я думаю, що ми можемо зустрітися в глобусі, а там вже вирішимо, куди ми підемо. Гаразд? Якщо ви чоловік, і якщо ви жінка, також лідер, но не пастор, просто лідер, можете разом прийти. Гаразд. Це всі оголошення. Вечором служіння в нас в 6-й годині тут. Так що всіх запрошуємо. І давайте попросимо пастора Максима, щоб він з нами поділився. Доброе утро. У нас сегодня открытие официальное, или вчера, по-моему, вчера. Да, ничего страшного. Я думал сказать спасибо, что я открываю конференцию. Не получилось. И классный у нас этот заставка, я не знаю, баннер. Щорічна національна конференція в Україні. Громко так звучить, що некоторые люди спрашивают, а из церкви пятидесятников будет кто-то на нашей конференции? И я не знаю... А у нас есть пятидесятник. Рафи пятидесятник. Я у него ночую сегодня. Лично. И я не знаю, организаторы долго ломали голову над переводом этого стиха или нет. И тема конференции Иоанна 9 глава, 4 стих. И в правильных Библиях написано так, как здесь написано, а в неправильных написано «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать. Итак, в одних акцент на то, что им надо делать, у других акцент на то, что Иисус сделал. Разбирайтесь, где Библия правильная, где нет сами. Хорошо, давайте помолимся. Господи, мы славим Тебя, Боже, и благодарим за это время и место, Господи, за Твое присутствие, Боже. Наставляй нас, пожалуйста, все это время. Спасибо за Твое обеспечение, Господь. Для Тебя нет ничего невозможного. Боже, люби нас, послужи нам Духом Твоим Святым.
наставь нас на всякую истину, направь нас, поговори с нами, Боже, в это время. Благослови церковь здесь, в Киеве, Господь, наших людей, их семьи, дома, Боже, обильно. И спасибо, что у нас есть возможность разделить это общение, разделить это время, Боже, просим Тебя во имя Христа. Итак, мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Я замечал часто, что на конференциях всегда есть тема конференции, но обычно так происходит, что спикеры знают, что есть тема конференции, но говорят они всегда про свое. И только очень высокоорганизованные умы способны, зная стих конференции, говорить по теме. Но ничего страшного, все эти слабости организации наших умов Святой Дух исправляет. И все спикеры наговорят своего, а Святой Дух объединяет это в какой-то общий, под общий знаменатель, и всем становится понятно, о чем речь. И потому, если кто сильно размышляет о теме конференции, о чем же, собственно говоря, речь, или что же организаторы думали, размышляли, о чем молились, не переживайте. Говорите то, что Дух Святой дает, в конце будет всем все понятно. И вот эта удивительная часть, которая здесь есть в первой части стиха, тут сказано, мне должно делать дела пославшего меня. И мы, конечно же, с вами уже даже не задумываемся, в наше время, живя через 2000 лет после Рождества Христа, что Сын был послан Отцом для того, чтобы делать дела. Небольшая такая историческая справка. Первые века церкви, христианской церкви, понадобилось 7 соборов, чтобы разобраться в сущности и в личности Сына. Вы просто не представляете, сколько надо было времени и усилий отцам церкви, чтобы подвести общий итог под то, а кто же, собственно говоря, Иисус. Потому что с Отцом всем было понятно, Бог, Отец, и вопросов нету. Даже, в принципе, было более-менее понятно со Святым Духом, вот, но совсем было непонятно с личностью Иисуса. Одни говорили в одно время, что Он только Бог, другие говорили, нет, не только Бог, только человек. Другие говорили, что может быть и то, и другое, но у него одна воля. А те говорили, да нет, две воли. А те говорили, ну может не воля, а действование и так далее. Люди ломали верующие, отцы церкви, ломали копья друг от друга, доказывая, убеждая и подводя итоги того, а как же действует Иисус, а кто же тогда Иисус, какова его природа и какова его личность. Мы, конечно же, сейчас через 2000 лет имеем фундаментальные основания, уже даже не сомневаемся, что Сын послан от Отца. И здесь мы читаем в этом стихе простую, удивительную, понятную вещь. Мне должно делать дела пославшего меня. Итак, Иисуса послал Отец. В этом никто не сомневается сегодня. И на самом деле необходимо было очень много времени для того, чтобы верующие утвердились в этих удивительных истинах. Вот в этом переводе, да, и можно много смотреть на то, как взялось и появилось и так далее, где сказано, что мы должны исполнять дела того, кто послал меня, и логика одна и та же, и все абсолютно понятно, потому что у нас с Иисусом Христом есть удивительное единство. Когда мы находимся в Нем,
У нас есть единство с Ним во всем. Единство в Его жизни, единство в Его воле, единство в Его действовании. Это никогда не есть отдельно. Когда мы находимся в Нем, позиционная истина говорит нам и не ставит под сомнение разность нас и Его. Не имеется в виду, что мы Боги. Имеется в виду, что у нас есть удивительный союз и единство с Ним. И уже не задается вопрос о том, а в какой воле я должен действовать, находясь в Нем. А каков характер моего действия, когда я в Иисусе? А какая моя личность, исходя из того, что я в Нем? Мы понимаем, что это единение с Его жизнью. Это единение с Его жизнью. Это не просто дела, которые мы делаем от себя, и они, возможно, кому-то покажутся похожими на те дела, которые делает Иисус. Когда мы читаем послание к Ефесянам, там описаны удивительные истины, фундаментальные, незыблемые, которые описывают состояние верующего и природу верующего, который находится во Христе, находится в Нем. И эти истины просто уникальны. Там описано обо всем. Там описана наша вечная цель, там описана вечная причина, зачем мы. Там описан уникальный вечный путь. Там описаны уникальные способы, каким образом мы функционируем в Нем. Понимаете, не просто мы идем каким-то параллельным путем. Есть Иисус, и Он Бог, и Он Святой, и мы с Ним согласны. Есть мы, и мы просто идем рядом. И иногда пытаемся копировать то, что Он делает. Или пытаемся быть похожими временами на то, каким Он был. И о Нем описано в Писании. Но это совсем другая идея. И идея заключается в том, что мы находимся в полном единении с Его жизнью. Не проходим параллельно мимо христианства, мимо церкви, мимо Писания, временами с ней соприкасаясь. Но находимся в уникальном союзе. Союзе с Его жизнью. И на самом деле у нас есть много разных нужд во время, когда мы все-таки движемся в нашей жизни. Если вы задумаетесь, то становится нам понятно, что эти нужды на самом деле были созданы Богом в нас самих. Нужда, чтобы нас любили, это нужда, положенная Богом в нас. Это не мы сами эту нужду выдумали и вдруг поняли, что было бы хорошо, чтобы нас любили. Или чтобы мы были значимыми. Эти нужды положил в нас внутрь Бог. Для чего Он это сделал? Для того, чтобы в определенный момент самому восполнить эти нужды. То есть Он дал нам эти нужды для того, чтобы в определенный момент их восполнить. И в послании к Ефесянам, 1 главе, мы читаем, как Он это делает. Удивительная вещь, то, что кто первым откликнулся на нужды, которые в нас есть? Тот, кто их создал. Кто первым отвечает на нашу нужду быть любимым? Иисус. Написано, что Он первым возлюбил нас. Мы читаем в послании к Ефесянам, 1 главе, что Он избрал нас в Нем до начала мира. Итак, кто первым откликнулся на все наши нужды? Он, потому что избрал нас в Нем до начала мира. Еще даже до момента, когда нужды были поняты людьми, Бог уже их восполнил в Нем, в Иисусе. В этих удивительных частях. И так Он ответил первым на все то, что у нас есть. И таким образом, когда мы смотрим на наше позиционное пребывание в Иисусе Христе, описанное в послании к Ефесянам, 1 главе, мы понимаем, что Бог это тот, который видел эти нужды наперед,
и который с удивительным опережением, потому что написано, что Он первым возлюбил нас, готов эти нужды восполнять. Иногда, когда мы движемся в такой самоконцентрации, и это всегда выглядит так, когда мы сконцентрированы на себе, наше хождение с Богом выглядит так, что мы идем параллельно чему-то, параллельно пути, по которому идет Бог. Это всегда так выглядит на практике. Когда я смотрю только на себя, мой путь всегда будет параллельным Его пути. И я всегда буду думать о том, что мне надо, я буду думать, а почему мне больно, а почему со мной несправедливо поступили, а почему так нечестно, а почему у кого-то есть, а у меня нету, а почему я страдаю, а кто-то нет. И так далее, и так далее. И этот путь практически будет всегда выглядеть таким обособленным, что ли. Я всегда буду выставлять себя за рамки вот этого места, где есть единение с Ним, и смотреть со стороны на это, и быть постоянно неудовлетворенным. Мне будет казаться, что Бог меня не слышит, что Бог не отвечает, что у того есть, а у меня не получается, что у того есть дар, а у меня его нету, что у всех все хорошо, у меня все плохо. Очень часто будет возникать впечатление, что в церкви никто ничего не делает, что все всегда плохо, что должно быть лучше, а у тех так. И это всегда такой обособленный взгляд на место, в котором я должен быть, собственно говоря. Где я должен быть умом и сердцем, и душой в нем. И, конечно же, это место уникально, позиционно, и его нельзя потрогать, его нельзя как-то изобразить. Но когда я нахожусь в нем, мне больше не надо идти свой параллельный путь, смотря только на себя, на свои нужды, всегда думая, что их никто до конца не восполнит. Но быть в нем, вот в этом удивительном единении, не иметь вот этого странного резонанса в голове, который постоянно требует меня выделить из группы и думать, что я несчастен, у меня не вышло, и так далее, у меня проблемы и тому подобное. Потому вот это единение со Христом, это вещь не просто позиционная, да, это вещь абсолютно практическая. Это то, каким образом мы движемся вот в этом пути с Богом не параллельно, просто смотря со стороны, что Бог делает, а движемся в единении с Его жизнью. И тогда мы получаем ответы на все вот эти вопросы. По поводу цели мы получаем ответы, потому что мы объединены с Его жизнью. Мы получаем ответы на то, по какой причине что-либо происходит, хотя, может, не все причины нам понятны будут. Но это мы получаем в единении с Его жизнью. И ровно та же удивительная картина и Писание прекрасно отвечает на все вопросы первых семи вселенских соборов, которые задавали вопрос, а как же Иисус действует в подчиненности к Отцу? Как же Он, будучи Богом и будучи одновременно человеком, умудряется действовать в исполнении воли Отца? И тут написано очень просто. Я исполняю дела, которые послал меня делать Отец. Вот и вся картина. И придет момент, когда отцы церкви и верующие успокоятся, и, ну, конечно же, не успокоятся, вы читаете историю, знаете, что никогда не успокоятся, будут все равно ломать копья друг от друга, доказывая друг другу какие-то богословские несостыковки, может быть, вопросы перевода, еще что-либо. Но все-таки, в общем, успокоятся в отношении того, каким образом В одном едином естестве божественном Иисус работает с Богом Отцом и со Святым Духом. И это единение одного естества. То же самое будет перенесено в нашу жизнь. Это никогда не будет параллельно, что мы будем идти и будем думать, как мне ходить перед Богом? Как я могу перед Ним ходить? Я грешник и в то же время спасенный по благодати. Каким образом я могу в себе самом одном это все сопоставить? И ответ один.
Мы с вами имеем единение с Его жизнью. Это и есть христианство. Мы имеем единение с Его мыслями. Это есть и то, что мы черпаем из Библии. Это никогда что-то от себя. И потому, когда говорят спикеры, возможно, они в начале и говорят, и, может, и говорят не по теме, и кажется, о чем они говорят вообще. Тема-то другая, я приехал послушать о другом. Но Святой Дух знает мысль, которая есть у Бога, и очень прекрасно и понятно доставит нам эту мысль в наши сердца. И мы будем обязательно созидаемы. Нам необходимо открыть наши уши, открыть наши души, наши сердца и слушать. И слушать, каким образом происходит вот эта жизнь в единении Отца, Сына и Святого Духа. И ровно так же будет происходить в этом единении с Ним, она у нас. Аминь. Thank you.